Ты чего? Ты никогда не думал, что отражение в луже — это другой, параллельный мир? Чего? Другой потусторонний мир, отражение нашей реальности. Там такие же города, магазины, университеты, люди там живут такие же, как мы. Что есть реальность, а что отражение нашей реальности? После лекции по философии ты всегда несешь какой-то бред. А что, если отражение в луже — это другой параллельный мир? После лекции по реальности ты всегда несешь какой-то бред.